все началось. О, ты, блядь. Ай, блядь. Как дела? Нормально. А он не стягивает как корсет, нет? Нет. Он не стягивает как корсет, нет? Нет. Нет. Мы сейчас где-то под Рязанью. Это 101 день нашего тура. У нас еще куча сил. 101 минута нашего тура. Грибос отхватил пизды уже в каждом городе. В каждом. Ну, по нему не скажешь. Надо уметь. А это вообще-то голубь. Это просто качественно посрать. Я ни разу в жизни не был так рад тому, что посрал на заправке. Блять. Да я тебе говорю, он так умнитазит просто. И как на роли. Это толчок бизнес-класса, ребят, я зафотал. Я тоже. Ты тоже зафотал? Конечно. Ты фильм показал? Давай. И чё? Ровно вместо толчка. Вот как он толчок? Ой, бизнес-класс, блядь, толкан. Не гранат там ничего. Грибос так надо отпиздить, ладно, еще потом. Я буду всех пиздошить. Бабушек, ты морпех. Петушиную смерть еще никто не пережил. Ни морпех, блядь, ни сантехник, блядь, ни дворник, никто, блядь. Я всем, сука, наебашу, блядь. Это черта, ну... Граждане задержанные. Ведите себя поспокойнее, бобики. Ты чё, блядь? Я сейчас пацанов вызову, блядь. Заебало сюда, дай, blядь. Yeah.
Ура! Я рад был с тобой сегодня отыграть этот сет и сдохнуть нахуй в этой квартире в Самаре. Сука, ты спасся все это время. Я думал, он умер, блядь. А теперь автопати трах. О май гадес. Так, так мы не договаривались, Макс. Этого не было в сценарии, блядь. Это было в моем райдере. Ты в райдере, блядь, жопа гитариста. Красивый. Красивый, ты умер. Че? Красивый, ты умер. Да. Я жив. Как цой? Как цой? Че? Да. Ты как, братишка? Братишка, ты как? Я лучше всего. Что, запоганил запись? Никитос лицо снимает. Капитасол, блядь. Капитасол. Этот каналчик любит, да? Нам залог не отдадут. День всех влюбленных, ёпти. На грязи написать клиент. Пиши. Чё ты пиздишь? Взял бы написал уже давно. Нечем пока писать. Да лучше пиши. Риэлтор мобильный был. Берни Рес Тур. Да, он так называется. 2014 начался. Что? Просто слово. И ушел, стало, блядь. Да? Немногословного. Здесь живет Леонид Хаскевич. Всем пидовкам посвящается. Огромное спасибо его бабушке за то, что она нам помогла. Запомните этот автобус и эти номера, блядь. Хоть их почти и не видно. Скоро от него ничего не останется. Скоро от этого автобуса ничего не останется, мы разнесем все к хуям. Не, это не 220, это 19 дает. 220 еще была какая-то. 220 надо смотреть, потому что я вчера подоконфетился. Смотри, как ты можешь, бывает, что провода выкатывают. Я распущаю. Мы сейчас в Самаре, у нас дай-офф, и я, блядь, решил постричь. Как ваше ощущение, Максим? Ощущение супер великолепное. Чувствую себя... Спасовано. Да? Нет, спасибо.
тебя нет. А вот там здесь стрижку фиксируется. Да нет, просто у нас тур, и мы решили запечатлеть момент, потом сделать небольшой видео со всеми надписями. Тур апдейт просто. Это еще и как у вас в интернете. Офигенно. Красиво у тебя на спине должно быть. Да, если хотите, мы вам напишем, может. Подвал, подвал, да, называется? Да, подвал. Сегодня выходная, да, поедем. Сара. Тяжелый остаточный. Ты что, на лосах? Да, вообще. Прям бритву. Ну, смотри. Бритву будет дома. Мы еще ему лысину маслом на трем будет блестеть вообще. Или у Зилина. У Грибоса же есть там какая-то... А, у меня, кстати, есть массажное масло. Массажное масло. Во, вообще, самое сильное. Потом будет облизывать лысину тебе. Он же, по-моему, в чай его добавляет. В чай даже добавляет? Да. Масло свое. Его можно под чаек облизывать немножко. Леденец. Это все с Макса, вот это все, это куча. В интернете. Бесплатная реклама вашему салону, поэтому, да, да. Я думаю, не будет. Макс, ты с каждой минутой все брутальнее и брутальнее становишься. Становишься, ты вообще? Сейчас надо что-нибудь хной набить на голове. Чего? Надо хной очень набить на голове. Набить? Да, кстати, можно. Мишень такую, знаешь, там. Да, да, да. Хной на месяцок она подержалась. Что побили в голову. У Фила Ансельма что-то тоже было набить. Ну, вообще было. Да, да. Ну, по идее, прямо здесь должно быть. Хотим посмотреть на него. Не знаю, что с ним может быть. Плесни мы эту бороду. Нет, я встал. Да, да, перед концертом перед коробочку свою. Это видео еще не снято, а нужно набирать лайки просто. У тебя Саратов будет гораздо больше фанатов, мне кажется. В Саратове? Да. Ну, может, следующий раз в городе, по идее. Или... Вообще, на самом деле, рассчитываю очень на Донецк и Харьков в плане людей. Смотрите, какая у вас девушка там на музыке жарко. Я смущаюсь, я сейчас буду краснеть. Замечательный парикмахер. Просто профессионал своего дела. Ну да, чтобы подстричь без насадки, это на особо профессионализм. Да, это... Знаете... Монахи Шаурин стоят для этого на одной ноге по 10 лет. Знаете, вдруг тяжело. Но, к счастью, в Самаре есть еще профессионал. В Москве только одни чулки стригут, а тут как бы все хорошо. Кстати, серьезно, у нас заходишь, когда в парикмахерскую, там, или таджики, там, какие-нибудь, или еще что-нибудь думаешь такое. Слушай, я хожу отсюда на гире, просто придурки, я не знаю, просто, просто, не знаю, два, как бы... просто два придурка. В целом, конечно, да. Просто, главное, как бы, просто сама толерантность просто. Ну не знаю, мне, допустим, приятно, когда меня за голову жена, голову жена, в смысле, рука русская. Мне кажется, понесло не нашли. Рука русская. Я там нервное окончание, что ли? Макс! А?
Дать тебе, может, жвачку или конфетку какую-нибудь? Чтоб я заткнулся, да? Ну, как-то да. Ладно. Это самарское метро. Никитос! Свак! Мы подходим к станции метро, как она называется? Гагаринская станция метро. У нас тут на Новосибирске есть Гагаринская. Фотографии дайте сделать. Да, сейчас сделаем. Потом поснимаем, что будет внутри. В самарском метро жетончики. Как в начале 2000-х в Москве. Одна ветка же, да? Наверное. Блин, тут метро стоит дороже, чем в Новосибирске. Это как? Сколько? 20 рублей стоит метро здесь. В Новосибирске 16 рублей оно стоит. И еще тут пластмассовый жетончик. Да, станция Гагаринская. Новосибирск. У нас Гагаринская. Неончиках там в этом неончиках. Как будет? Ой, а? Тоже эту хуйню поставит. Засниги. Чего я заикаться начинаю? Прикольно. Не, на самом деле красивый метро, чёрт. Интервал, да, 7.5 минут между поездами. Днем. У них тут час пика вообще не бывает. Что характерно, поезд прибывает достаточно тихо. Это городок. Юнгородок. Нет, шторм. Одну минуточку, стоп, воу. Надо как бы внести ясность в ситуацию. Я вношу ясность. Вот она, ясность. Все дело вот в этих кружках, Макс, покажи. Самара, городок, где? У нас была адженда на этот вечер. Мы хотели пойти посидеть в покойников бар, хотели сходить в кино. Но мы зашли город, там вся хуйня. В магазин, но там акция. Кружки самарские, пивные. Но для того, чтобы получить одну кружку, надо нужно купить 5 литров пива. Мы купили 10 литров пива. Нет, я купил 5 литров пива, и то, как бы, ну, чтобы все, это надолго, на весь тур, как бы, растянуть все это дело. На потом, два Макс, дня. И тоже захотел кружку. Теперь у нас 10 литров пива. В общем, мы еще не знаем, что нам скажет Леня и Ира по этому поводу. Я думаю, что Ира не расстроится, а вот Леня. Я думаю, что нам даст он ключи. Мы купили ему сыр. Вырубай, давай посмотрим, что они скажут, запишем. Ну, короче, просто всем привет. Мы дома. Ну чё? Пойдем. Как бы. Я хочу увидеть, как они получат пизды. Хочу это, я хочу это снимать. Я ничего. Это не я. Чего хуёв-то? Это все, да? Я вообще никак это не комментирую, короче. Лёнь, мы взяли все энергетики и... Сыр. Сыр. Смотри, сыр. Ты вот такой хотел сыр? Ну почти, но... Короче, нас сейчас мусора приняли. Нас мусора приняли еще. Нет, мы взяли пиво из-за кружек. Из-за кружек. Просто тут смотри, акция. Дали, короче. О, ну конечно, да, из-за кружек, конечно. Так и было. Серьезно, так и было. Мы взяли просто там... Вообще они хотели пойти в барчик. Мы зашли, да, мы хотели дальше зайти. За колой там акция. Мы хотели зайти сейчас за колой, да, потом предложить всем вместе пойти куда-нибудь в бар побухать. Ну и там посидеть. Или просто не сходили. Да. Зацените голову человека. Мы засняли, короче, как мы
стригли, короче, меня. Нас ментовку взяли, блядь, проверили документы в метро. Мы сидели в мусорном метро. Мы охуели просто, блядь. Пиздец. Зашли в там, второй центр метро, там проезд 20 рублей. Да, и там жетончики, жетоны пластиковые, черные такие, прикольные. Ну, короче... Я бог, я его потерял, я обратно пойду в метро, что я потерял. На жетончик он заехал просто. Лялечку, да? Да, нет, я не потерял. Все, я теперь буду как бы пить пиво. Бар отменяется? Очень красивый город, вот, смотрите. О, жри мое дерьмо. Устанавливаем аппарат потихонечку. Вот. Это Максим. Максим, скажи привет. А ты гитару поставил свою. Понятно. Я же сказала, будет через 3 минуты, но я все равно там уже сказала, вам уже накрывают. Хорошо. Спасибо. Наш бас. Мы в Рязани. В общем, город, как видите, очень красивый. Наш автобус чистенький, помытый. Нас поселили в хату, в квартирку. Она очень большая. 2 комнаты, но она просто огромная. В общем, увидите сами. Балкон просто там, ну, пиздец, короче. Это наш балкон, блядь, в окне. Сейчас я... Ну, короче, блядь, нахуй. Договорю и покажу хату. Вот, короче, хата. Это, блядь, кузнецкая какая-то комната. Леня, помаши ручкой. Леня работает, идиотин. Понятно. Или помаши ручкой. Да, понятно. Все хорошо. Это, короче, коридор. Комната водителя. Кухня. Вот это вообще шок просто. Это кухня. Каменные жители. Она просто огромная кухня. Просто гигантская. Гигантская. Просто пьяный, как кажется. Грибов с маширочкой. Привет. Я пытаюсь поесть, на самом деле. Тут ничего нету. Нет, я есть ничего. Я хочу пирожки повесить. Ну, не мои. Все, короче, до свидания. Животное не убей! Солдатов из кадра я попрошу выйти. Выйди на салон. Проезжай до упора туда. Туда пойди, выйди, посмотри. Ой, блин. Стой, выйди. Что мне, типа, ой, ёб, какая херня там стоит. Там оставили, да, что сожрали? Ты такая злая, а? Да не люблю я кошек, они мерзкие, блин. Ты че такая, да? Да? Загоняем Тачилу в клуб. Это клуб, кстати, а? Да. Это не... Это не то здание из фильма «Хостел». Это красивый мудак. Главное, что красивый мудак. Знаешь, тут ударение на... Охуенная песня вообще. Что, давай? Кардан тебе берем, давай. Я могу тебе максимум принести его. А зачем ты стул мне дал? Куда мне удевать ее? А, под ногу. Леня. Дай кардан. Скотч. Спасибо. Дай кардан. Вот он стоит, ты упор, ты что? Забей. Видос снимаешь? Забей. Пенни. Рука гитарист ломает, блядь, неебовые эти самые турецкие тарелки. Знаешь, сколько придется запикивать потом на монтаже вот это все? Представляешь? В каком монтаже? В каком монтаже? Пип? А. Пип? Слушай, я могу Мартину подать? Чё? Да. Please dance with me again for strength.
вас не слышу! Едем из Пензы в Самару городок. Россия! Моя Россия! Наш бас. Лютый металлический бас. Макса нет, Макс какает. На заправке. Причем это я двумя кадрами сделал. Смотри, смотри, работает на камеру просто. Мы снимаем, как снимают. Он уже заболел, походу, нет? А, нет. Смотри, я говорю, Никита на камеру работает просто. Что, можно сделать, можно голос, звук оттуда взять? Подслушано. Протри, пожалуйста. Оп. Целуйтесь! Смотри. Да они уже сняли, забей. Едем в Самару. Все спят. В Самару. Ой, в Саратов. В Саратов едем. Все спят. Вот бабуля спит тут у нас. Ну, в общем, отлично. Юра тоже спит. Юра не спит. Юра на посту. Ой, ДНК. Все, едем вот в Саратов, машина.
Да, неплохой такой город. Думаем, где встать. Организация из Саратова. Мы давайте заедем. Самый лучший. Давайте заедем. Вот там я вижу преступность. А куда надо? Стой, Корсун! Вот так себя москали ведут вообще. Да. Зажрались. По горке. Нормально все? А куда мы идем вообще? Я его не вижу. Поручик идет. Во-во-во, сейчас вижу, но плохо. Поручик идет. Да хрен его видно, блин. У нас есть такой один в городе, слава и забыл. Ничего не видно. Ну, Макса видно. Давай. Добрый день. Меня зовут Максим. Я алкоголик. Давайте все встанем по ходу. Мне 23 года. Молодец, Макс! Привет, Максим! Максим! Давайте все станем алкоголиками. Еее, бухать! Максим, давай себе развеять. Пацан! 23 августа. Маш, это будут смотреть девочки, подростки, чему ты учишь людей. Бухать! Нахуй школу! Блять, когда я учился в школе, блять, это был просто пиздец. Я один из этих ебаных уроков, мне нахуй не приходить нахуй в школу. А как же логарифмы? Покупайте себе гитары, учитесь играть, разбивайте себе руки, нахуй. Крой, блядь, хуярки металл, блядь. Я понимаю, я буду с одним рассказать. Я тебе ебал! Это просто... Охуенно! О, боже мой, я клада сказать поеду. Ничего не видно. Я смешал два сорта пивного пива. Мы в Саратове. Юбки, мы не будем. Мы сейчас в каком-то автобусе. Вот так это. Какой-то группы. Вы из Москвы здесь? Да. Из Москвы. Саратова, кайо, баннеры. Давай. Во, вот это вообще. Свет, погаси. У нас... Кипим. Врываемся просто! Вообще ничего не будет. Я на сухую еду, спидоры. Врывайся и расщепляй! А вот это некорректно, кстати. Почему? Потому что вот если водитель едет на сухую, это правильно. А я думал, ты про пидоров. А вот если все остальные пьют, а ты не пьешь, ты сиди не за рулем, вот а это ничего. Повод призадуматься. Они на ёбну, понимаешь? Да, да, да. Нет, для этого надо быть лысым, понимаешь? Это как-то... Братан, лысые даются очистки. Потому что, блядь, остальные мужчины, блядь, не подумают. Только ты ж не говори, что ты хочешь, чтобы я так же делал со стаканом, блядь, братан. Я сухих не ходил. Вылезку! Давай не будем мусорить в автобусе. Да не давай, давай, я сейчас съем. Там, кстати, мусорка спит. Лёнь, сиди лучше, пожалуйста. Я это делаю, чтобы вспоминать вчерашний день. О боже. Чёрт, ездили на дачу. Не знаю, надо посмотреть, давай сделать так, чтобы хорошо есть. Мне не надо было стирать, потому что ваши росписи от этого улицы. Чувак, мы с тобой... Выходите, а империя. Или кто там, республика? Чувак, мы в твоем сердце. Это имперская хуйня, да какая республика, бро, я же... Мы в твоем сердце. Да, ты, это... Блин, ну здесь, короче, имперский значок. Вот так вот, ну так, смотри, чувак, берешь так вот, блин. Все, как ты скажешь. Этого сделал, ну видишь, тебе... Рукава, они по...
Борщам сейчас как бы. А вот нам еще нужен какой. Слышь, красиво. Смотри, просто. А, короче, мы с тобой можем быть. Смотри. Ты будешь типа этим роботом, который так. О, ёб твою мать, что ты делаешь? А я буду вот этим маленьким. Максим, где ты? Эти оба ребята из республики. Вы должны каких-то пора более крутых персонажей вспомнить. Нам пора пить пиво. Максим, где ты? Нам пора. Давай начнем. О, может, расскажи. Сфотографируй меня вот с этим. Адам. Нам пора пить пиво, иначе я заржавею, я питаюсь не топливом, не бензином, я питаюсь и водяры. И водяры. Арту, дету, Макс, ту. Готово. Еще? Да. Так-то лучше. Уже 4 кадра. Бе-бе-бе-бе. Да. 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 Видели эту? Ну, это еще South Park. Не, прикольно. Я не спорю. Тиме. 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 Сейчас я исполню. Казман, твою мать. Короночку исполню сейчас. Ну, во-первых, это. Scream again, I'm coming home. I'm going home. И еще это. How would you like to attack my bus? Eric, what did you say? I'm sorry. How would you like to say да, я помню это дерьмо. Это очень крутой момент. Это из собственной это с полнометражки, по-моему. I'm sorry. Да. Полнометражка есть? Ну да, это он там типа, блять, он там... Кайр, what did you choose? Это жареный собак со спаржей или ванильный пайс? Он там типа, извиняется такой, I'm sorry, а потом я берет огромный рупор, короче, и повторяет то же самое. Очень смешно. На коленях, реально, он лежит там, я как-то там на его коленях там... Вы видели, да, как мы спим, это вообще, на самом деле, так... Я не хочу видеть, как мы спим. Нет, ничего... На самом деле, это очень даже необычно, да. Экзотично для кого-то. Необычно. Не, мы на самом деле, мы не такие, мы, блядь, жестко все делаем. Ну, вообще, мужики. Пошло и мысли, вот такой судьбе, как призрис, ноги из дерьма торчали, баб круто обломали. Туалет! Рефактор люди вообще есть флаг вообще охуенный. Бит сейчас. Пахлю, блин, немного захлебнулась. Папа нахуй, но туда и не дорога. Я тряслась и знала, что сортир давно прогнивший муж его уж ничего не... Наверное, лет примерно 1000. И тем самым он поставил драгоценную супругу, что она пиздой накрылась среди ночи с перепуг. Умерла под окна, сгинула в своем же туалете. Нет ужаснее и смешнее смерти на всем белом свете. Туалет, и лучше кайфа нет. Земновый туалет стоит в саду, сверкает, отражая солнце от свет. Сельский туалет. Саду сверкает, отражая солнце свет. Блин, давай кадр на эту тему запишем. На сельский туалет себе придел. Просто по слагу, по чупсу, все дела. Мы в Волгограде. Ходили за пивом. Потому что завтра нам рано вставать. Ехать. Ладно, согласна, логики нет, но ладно. Ехать. Народ потихоньку подтягивается в клуб, несмотря на то, что среда. Прям уже так нормально. Нам ехать 600 километров до Донецка, включая таможню завтра, это будет просто жесть. Поэтому мы подумываем даже о том, чтобы не ложиться спать и спать в автобусе. Вот, не знаю.
наоборот, смотри. Да ты она еще не съест, это охуенно. Она проглотила ты его. Еще и салат Цезарь, да? Блядь, приготовь нас. Грибос, ты ебнутый просто, блядь, на собаках этих, блядь. Я тоже. У Зайка какая. Денег к нету. Может, он так вот? Зайка. Бананы, блядь, еще черные крылья. А ей похуй. А пока. Смотри. Куда в купеше? Но. Хлопцы, мы же Украина, мать. Шо ты мне? Да. Максюша, ну, хлопчик, ну шо вы? Да. Я вот кохаюся, подобаться мне. Что ты мне... Я так общем... не верю, як ты пиздобу. В общем, мы приехали на Украину только что. Направляемся в Донецк. Это круто. Не, ну одно дело слухать, другое дело побачить. Но я Донецк не бачу, не бачу. Рыбос. Ти как? У мене все ровно. У мене все ровно, говориш. О, що такі дороги? Кладбище українське. Хлопці лежать. На панельці падають. Та девки. Плачуть. Єбать нахуй. Февраль місяць. І ми хуй знає де. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Угу. И эти там два бродят. Да умрем мы все, умрем. Донецка уже едем часов 8 или 9, я не знаю, мы успели уже нассать тут, выпить пиво, блядь, накормить собаку на границе охуенно здоровым куском курицы. Вот нам кроме пива и больше нечего было. Мы, блядь, как лемми, едим пиво. Помнишь, как был Metal Apocalypse? Пацаны, пацаны, пиво это не еда. Схуяли пиво, не еда, вы че, охуели? Вот так, конечно, нет. В общем, мы где-то едем в сторону Харькова. Вчера запилили просто охренительный гиг в Донецке. Вот, хотим сказать огромное спасибо вообще организаторам, ребятам, которые пришли вчера с нами угореть. В общем, все было просто по метолу там, жестко, короче. Вот, сейчас там мы потихоньку катимся.
вперед. Никитос. Я вообще в туре мне. Я вообще, у меня розочки вон на плечах вообще. Я красавчик, обожаю ахчика, курю кальянчика, я красавчик. Ну, в общем, все вроде поняли, что происходит. Ок. Где бабки обменять? Серьезно? В Донецке даже не нашли, где бабки обменять. Сейчас вообще банк. Сейчас вообще хуй его знает. Дело не нашли, дело в том, что не будут просто менять. Да, и просто не будут менять. Они сами на отбаксы. А в банках наоборот. Я побегу. Быстрее. Я побегу по полосе по встречной, чтобы выбить эту боль с концом. Я не потеряю свою силу, но не могу больше бороться с отцом. Я не покаюсь, не подумаю в альбах, перебирая пирамиды слов. Забыл, дальше сейчас. Все, в общем, я не извлекаюсь, короче, я вылезу. Концерт в Харькове, и сейчас мы очень-очень быстро уезжаем, просто эвакуируемся. Замес пошел. Дошли новости, замес, что пошел какой-то, да, непонятный замес. Вот, и мы узнали об этом просто первый раз. Как мы слезли со сцены. Нам сказали, что... Ребята, валите быстрей. Что прибыли... Оппозиция. Оппозиция приехала в Харьков, да. И начали просто нести. В общем, нам, конечно, стрёмно. Прорвемся. У нас есть салат. Да, салат. У нас есть нож и салат, все нормально. У нас есть морпех, реально. Чем мы вообще парим? Я играл в GTA, если что. А я еще. Ну, я то, что в Америке, я знаю, чем он занимается вообще. Короче, у него там бизнес свой. И Маша с ним тоже там или где? Нет, Маша, короче, она с другим замужем. Она же вот с продюсером вроде с их была, что-то мутка. Да не хватало. То ли с Балу, то ли так, с продюсером. Короче, одно время говорили, что была с Балу, но на самом деле, короче, все это хуйня. У нее что-то группа Балу и Босман называется в Америке. Балу сейчас играет. Бля, Балу, кстати, вот басист, говорят, что охуительный басист. Просто охуительный. Блять, я его партии слушал, охуевал. Да, вообще. Захар, наверное, покруче будет, блядь. В плане игры, если брать. Ну ладно, бро. Да ну, так надо делать. Когда он Захара приезжал, блядь, вообще. Спасибо большое. Охуенный мужик, нахуй, сидели, блядь. Отдыхали, он говорит, блядь, все нахуй продают ебаные кости, блядь. Я должен сказать. Ну, в общем, в России вообще очень тепло. В Рашке очень тепло. В Украине не очень тепло. В Рашке очень тепло. В Украине не очень тепло. В Рашке очень тепло. В Рашке очень тепло. В Украине не очень тепло. В Рашке очень тепло. В Украине не очень тепло. Как он еще выделяется? Не станет книги. Блять! Если бы он не молодец, ты бы не работал в фигне. Стоп!
Ты молодец. Никит. Ну, у всех есть, у меня тоже есть косяки. Никит. Мы приезжаем, ты что, Животово, да? А, ну, конечно, да. Да, я съезжу. Все, да. Чего? Нет. Ира, мы... Ты сыграешь в Бородиже, блядь? Ира. Кстати, давно сыграли. Ира. Последний концерт. Да. Сыграли. Мы будем играть в Firebird Cry, блядь? О, господи, да, конечно. Чё, ты меня этим не напугаешь. А, все дело в Лёне, понимаешь? Чё, пойдем к Лёне. Лёня не против, Лёня не против. Пойдём. Он сегодня не против, завтра будет против, блядь, понимаешь? Всё, всё, так всё, иди к... Мы в старом Осколе заехали к чувакам. Отдать диск. Поели. И я еще тут проводил мастер-класс, как выглядеть, в общем, как рок-звезда. Значит, я могу вам рассказать всю эту тему тоже, значит. Идем, значит, снизу, значит, вверх, значит, для начала, значит, это выпускачи, как бы, да, дырка в коленке, там, понятно. Надо расстегнуться. Все так вот было, все болталось. Значит, запалить татуху как можно больше ее, значит, светить. Значит, в рот можно вставить сигарету, или если вы в некурящем месте, то зубочистка. На улице можно две сразу, как бы. И самое важное вообще просто пункт, это делать вид, что ты, короче, бухой в говно. Всегда. Это делается вот так. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Спасибо за проведенное интервью. Вот этот придурочный ходит кругами. Я выкладываю фотки. Начальник. Видел тур, ты? Продавай акции, все. Чего это делаем? Продавай акции, Никита. На стене у меня там на 6 минут. Только ты его не смотри при бабушке и дедушке. Там очень много мата. Ну, вообще не надо. Там лестница есть. Прям под эту музыку, да. Мы в Воронеже приехали на концерт. Ликитос никак не сядет. У него по райдеру просто положено, блядь. Упереть гадость с машиной. Без этого не играет. Нам приходится все это делать. Мастер-класс продолжается. Ну, вы готовы ехать? Никита Константинович, Никита Константинович, будьте любезны, пройдите в автобус, займите свое место. Сядь на автобус, мудила, блядь. Домой! Я проигрываю тепло! Пойди, вот так,
Господа. Горизонтально, пожалуйста. Вот так все ясно. Вот так. Молодец. Это Твикс. Ребят, это плохо видно, но это Твикс. Там лампочка должна быть. Включи вспышку. Где? Здесь? Браток. В общем, это Твикс. Он лежит в моем кармане в куртке с Рязани. То есть это 9 городов назад. 9 городов. То есть обычно Твикс это две палочки, а теперь это просто два куска. Вдоль. Непонятно чего хлеба какого-то и шоколада. Это Твикс. Это Твикс. Мы, короче, с красивым придумали ачивку себе, что съедим его после тура. Да ты задолбал своими. Ну что, на что, снимай дальше, Максим, снимай. Не бачу. Короче, мы его сейчас будем жрать. Мы уже отыграли в Воронеже и едем по дороге в Москву. Отдаем телефон профессионалам. Бери, сука. И у меня что там еще и кусочек, смотрите. Блин. Сделай паузу. Скушай просто какое-то говно. Кусок на эндорсмент. На эндорсмент Твикса. Неплохо. На вкуская говно с шоколадное. С нугой. И хлебом, блин. Мы выезжаем в Саратов. Спасибо Самаре за теплый прием и вкусный борщ. Было супер вообще. Самара вообще. Саратов, жди нас, мы тебе жопу разорвем. И чтобы так же, как в Самаре, был борщ. Привет всем. Ну, уезжаем из Самары в Саратов. Тут просто какие-то три штуки. Что происходит? Опять ты вертикально снимаешь, да? Байда. Опять вертикально снимаешь. Да. Привет всем. Мы едем из Самары в Саратов. Правильно сказал даже, ну. Из Самары. Все, отрубай. Отрубай, ты все испортил, заборол. Привет всем. Мы едем из Самары, уезжаем в Саратов. И на заправке нашли просто всякую какую-то хрень. Это крем-соды, Байкал, лимонад какие-то. Опять в упаковках. Как обычно, не удержался, все купил. Да, и антипохмелин. Это что-то новое. Это надо попробовать. Доктор Похмелин. Доктор Похмелин. Всем мир. Чао. Короче, машина у нас потрескалась. Мы проехали от Смоленска. Смотри, смотри, нагибай в горизонталь. Пошли, короче, красивого разбудим позывным. Шурма есть! Шурма есть! Я ж проснулся просто. Ой. Все. Мы нашли по дороге в Самару палатку, в которой продается шурма. Добрый тетенька, надо Юрий. Смысл в том, что 5 минут назад, когда я сказал красивому, что я иду курить, я сказал, нахуй, я хочу спать. Как только произнеслась заветная фраза «Есть шаурма», смотрите, пожалуйста, он стоит на улице и ждет ее. Смотрите, что стало с задней дверью, бля. Ее нахуй нет вообще. До силы туда. И номеров тоже нет. Номера надо почистить, бля. Так разминаются перед концертами. Концерта еще нет. Перед автобусом. Перед автобусом. Собака еще на меня так посмотрела. Ну что ты, братишка, приди? Обида залита в груди. Не можешь ни хавать, ни пить. А я сейчас пожру шаурмы. А яичка, да-да-да-да. Да, я сейчас тоже похрущу. Thank you.
называется The Mode. Я приглашу своего парня. Сейчас мы где-то в 2,5 часах езды от Волгограда на заправке. И тут есть место для курения. Это просто охуеть можно. Заходим дальше. Смотрим, ну тут, блядь, просто пиздец. Все борцы за здоровый образ жизни просто обосрутся, нахуй, когда увидят меня здесь летом, блядь, сидящим с мангалом, блядь, и все хуйни... И сигареты с тремя, блядь, в зубах, нахуй. На каждый зуб по сигарете, закинув ноги, нахуй.
смысле не нахуй, а на стол. Тоже человек? Да. Что себе позволяете? Я сейчас, блядь, позволено. Это наш директор группы. На самом деле здесь очень красиво. И охуенно. Нет. Может, у тебя есть сестра? Свак. Напрашиваешься? Ультразвак. Не особо. Туда фоткай. Вид из окна. Вот пути Волгоград. Видос снимаешь? Конечно. Вертикально? Красавчик. Давай. Вертикально и давай. Бля, вид нахуй. Пиздец, охуенный. Бля, фото. Закрой до конца. Содрогаться просто все живое. Ты посмотри. Пять утра. Мы в Волгограде.
Нам 10 часов ехать. Донецк. Донецк. Сейчас я, короче, пошел в душ. Мы с Никитосом просто не спали вообще. Ир, вставай. Ир. Пора ехать. Тур-апдейт. Я говорю, встанем. Что? Я говорю, встанем сейчас. Да все уже встали. Тебя ждем. Бля, я ее боюсь, значит, пизды не зато. Работай, бля. Кардан, кардан. Внимание, внимание. Класс, просто. Че, Ир? Базар с ноль. Ир, у тебя кровать не съезжает там никуда, ничего, все нормально. Ничего не съезжает. Все слышно. Хорошо слышишь. Подушка не жужжит. Это просто надо Ире на будильник просто ставить 20-12. Они ждут, как рыба в аквариуме, смотри. Алене, капли времени, блядь. Кап-кап. Капка. Минут пошла. Не перебуває. Ира, помаши ручки. Отличный клуб. Это Донецк, ребята. Кундербунт. Все супер. Все нравится. Супер. Наконец-то. Вот, тут мы играли в Донецке, да. Это невероятно. Это просто какой-то дворец. Мы играли здесь. Это, конечно, не стадион, это просто торговый центр, в котором есть клуб. Это называется Кундербунт, в котором было все просто отлично. Просто супер. Звук, сцена, все просто на высшем уровне. Привет. Пару слов о Донецке. Привет. Привет. Великое кишение. Здесь мы играли. Поэтому я знаю, что это война. Я вот, кстати, в Донецке. Сидим, значит, ждем, пока нам сменит колесо на нашем басе. Нас немножко покоцало колесо. Разбили вообще все колеса, все, что можно было вообще нашим дорогам. Вот. Завтра будет сюрприз, когда будем уезжать. Да? Да. Да? Да. У тебя не будет, не волнуйся. Меня не будет? Хорошо. Хорошо. Харьков, надеюсь, мы увидимся с вами. Ведите себя хорошо. Да, да.
сейчас в Харькове. Только-только приехали. Ждем, когда откроется клуб. Мы уже пожрали. Уже пожрали в местном Макдаке. В Макдаке. Очень красивый и чистый Арабика. Город. Здесь много всего интересного. И очень много, пиздец, как много красивых девчонок. Свежом или на кава? Да еще тут такие вот штуки. Да. Тут красиво. Вообще на Украине и в сравнении с русскими городами, особенно с Москвой, гораздо чище, приятнее, люди добрее, улыбаются много. Приятно здесь находиться. Но тут тоже есть хачи. Ну, не так много. Я видел уже много. Вон еще идут ну, два. Они вон тут просто тут идут два хача. Тут университет, я думаю, это студенты просто. Взять и уебать. Ладно. Это все. Не те хачи, тут. Это Грибос. Смешно, да? А это его обед. Кара богов просто. Боленька, ты все видит, чувак, да? Как ты умудрился? Да потому что, блядь, ты не пьешь, не куришь, нахуй. Похавал, чувак. Ничего, у тебя еще есть соус. Похавай соус. Там еще в пакете осталось. Он уже большую взял, чувак. Сука. Хочешь сейчас заплачет. Вот это прикол! Это слэр, блядь! Там лестница. Прям под эту музыку давай. Сука. Я не смотрю. Мы едем домой. Да. Мы отыграли последний концерт. Что творишь, братиш? Немножко устали, и ты светишь мне в глаза, как гестапо. Ёбаный рот, братишка! Все они испортил! Просили, как мама льёт! Пидорас все испортил! Мы закончили тур, собственно. И синтучки. Собственно, мы закончили тур. Закончили душ, спасибо, ребята, всем, кто занавес был. Спасибо. Там была рожа такая, спасибо.